Доставить удовольствие и поднять настроение жителям и гостям Караганды призвана выставка «Земля смеется цветами». Она проходит в арт-галерее «Алтын-Гасыр». Наша съемочная группа оценила цветочные натюрморты и пообщалась с мастерами живописи. Яркий маковый цвет придает картинам эмоциональный взрыв. Натюрморт наполняется энергетической притягательностью, завораживающим импульсом, уверен художник-живописец Владимир Проценко. Излюбленный жанр мастера – архитектурный пейзаж. Но мимо цветочного натюрморта невозможно пройти мимо. Цветы – это, наверное, одно из таких великолепных проявлений в природе, которые как бы вдохновляют на то, чтобы их схватить, написать, передать вот эту эмоцию. То есть, прежде всего, это чувство. И когда видишь там маки такие вот роскошные, или букет роз, или даже сирень, вот. То есть, это хочется сделать, это хочется написать, это хочется вот, ну, передать в мир. Стены галереи украшают 46 ярких полотен, три из которых декоративные скульптуры. Некоторые из работ побывали за рубежом, а некоторые были нарисованы специально к выставке. Художники многие, которые не работают в жанре натюрморта и которые работают в основном в пейзажной живописи, таких как Проценко, Дроздов, они здесь все-таки показали, даже специально для нашей выставки Олег Дроздов написал серию, вот три работы, посвященные цветам. Он принес их практически еще в сыром виде, то есть они уже досыхали у нас на стенах нашей галереи. Арт-галерея находится в здании Союза художников Караганды. Здесь живописцы организовывают как персональные, так и тематические выставки. Молодые дарования тоже могут себя проявить. Специально для них создают новые проекты. Это было наше открытие, наша задумка – искать среди молодых, и не только молодых, а вообще начинающих художников и художников, которые творят, не имея определенного и профессионального образования. Этот проект называется «Арт-старт». Вот у нас уже в этом году был один, то есть у нас Art Start 3 проходил этой весной. Осенью будет Art Start 4, где также будут участвовать новые художники. То есть эта выставка призвана для того, чтобы открывать новые имена. Кто-то сказал, искусство – это эмоциональный интеллект, а эта выставка – еще и заряд летнего настроения. Ведь цветы дарят ощущение радости, улучшают самочувствие. Хотите позитива? Приходите в арт-галерею «Алтын-Гасыр». Экспозиция продлится до 2 июля. Роберт Граф, Миржан Жумамуратов, Данил Заславский, 5 канал.